Импортозамещение – задача, которая в наше время вышла на первый план. По итогам последнего мониторинга Минпромторга в России доля зарубежных комплектующих в различных отраслях доходит до 90%. О том, как побороть зависимость от Запада в промышленности, говорили на заседании регионального совета ректоров вузов. В каждом образовательном учреждении не первый год занимаются разработками для отечественных компаний, и уже есть идеи, которые могут выйти в производство. Сегодня университет, Пензенский госуниверситет, может предложить 23 проекта, которые связаны с импортозамещениями. И вот университеты нашего региона, которые также предлагают свои разработки в этой области. К примеру, на кафедре сварочное и литейное производство и материаловедение несколько лет назад освоили производство сверхпрочных материалов, которые используются в атомной, химической и нефтегазодобывающей промышленностях. Однако, когда крупным предприятиям предлагали сотрудничество в этом направлении, многие отказывались, поскольку имели налаженные каналы поставки из-за рубежа. Последние 30 лет более 70% необходимых биметаллов в Россию завозили из Европы. Ситуация изменилась, и сейчас самое время для серьезного взаимодействия. Тем более, что в Пензенской области можно создать пилотные площадки для реализации большого количества исследований. Предлагаю рассмотреть вопрос об организации в Пензенской области производства биметаллического материала и металлов повышенной коррозионной стойкости. Ежегодная потребность Российской Федерации в биметалле составляет порядка 75 тысяч метров квадратных стоимостью более 1 миллиарда рублей. Потребителями являются в том числе и Пензенская область, припензенские предприятия. И смысл от нашего сегодняшнего совместного заседания в том и состоит, чтобы немножко друг другу глаза приоткрыть, и не просто вот разговоры, а уже конкретные действия должны быть. Дальше что ждать? Дальше ждать нечего. А разработки готовы, в высокой степени готовности. На заседании обсудили еще несколько наукоемких проектов, которые создаются в пензенских вузах. Промышленники заинтересовались предложенными разработками и договорились о взаимодействии в реализации идей, направленных на импортозамещение.